По инициативе Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» в декабре в регионе будут работать мастерские Деда Мороза. Там дети от 5 до 12 лет смогут создавать своими руками елочные украшения и новогодние сувениры. Помогать ребятам будут волонтеры и партактив местных отделений совместно с депутатами, молодой гвардией «Единой России» и сторонниками.